Какая-то странная надпись. Всем привет! Это Кактус, и я продолжаю играться в игрушку под названием Beholder. Значит, в прошлой серии, напомню, что было. На прошлой серии у нас были взрывы на фабрике. Подошел сын, попросил 7500. И нужно еще 10 тысяч нам на лекарства для того, чтобы у нас... чтобы Марта... Да, Марта, все верно. Чтоб Марта не умерла от воспаления легких. Так, ну давай тогда. Ух ты ж, ёбушки, воробушки. Вот это я стартанул. Так, мне сказали, значит, крем не искать. Ой, крем этот. Не искать. Не искать, что мне не искать? И что тебе нужно? Спросить про жену. Я уже все сказал. Какого хера ты? А почему ты не гундишь-то ничего? Вот, и я теперь не знаю, что мне делать. Ладно, давай помисим. А, еще вот этот у нас толстый, оказывается, там эта фигнюшка-то была. Как ее? Вот это не соседка, внучка их не, дочка. Племянница, вот, она самозванка. Так, сбор информации. Давай посмотрим. Самое справа возьмем, что маленькое. Так, сбор информации. Найти деньги 10 тысяч. А, он 10 тысяч даже просит. Прикинь, не 7,5, а 10 тысяч. Охренеть. Так, и сбор информации. Нужно информацию о Саре. А, давай пойдем поговорим. Закончить разговор. Так, стой, ты тогда сюда идешь? Или ты на кушать идешь? На кушать идешь. Добрый день. Поговорить про сбор информации, поговорить про здоровье Марты. Вы просили узнать про Сару. Рассказать, что она не Сара. Закончить разговор. Это я ей тогда подставлю, да? Или все-таки рассказать? Давай. Она не та, за кого себя выдает. Как вы можете так поступать со мной, Карл? Я думал, мы друзья. Не смейте клеветать на мою любимую Сарочку. Я вам не верю. Уходите и не возвращайтесь. Ну вот так вот. Так, это бабуля. Вышла новая директива правительства. Здравствуй, милок. Закончить разговор. Что за директива? Что теперь нельзя? Нельзя ездить на танках. Разговоры о войне. Нельзя. Чё, на цветочке? На учебу едешь, да? Ну, езжай на учебу. Я, кстати, яблоко не успел отдать, прикинь. Ой-ой-ой, меня сейчас раздавит. Не раздавило. Звонок у меня вон там молчит. Дочка болеет. Чё за херня-то? Так, давай, знаешь, что мы сделаем? Купим парочку камер. Вот так. И установим сейчас мы камеры. Так, открыть. Ой-ой-ой. Ты куда ты? Установить камеру. Я не успел бы, потому что там... А, нет, смотри, она не туда. Открывай тогда. Фуф, я думал, вот эта толстушка идет сюда, ко мне. Поэтому я так шуганулся. На самом деле-то она не ко мне идет. Устанавливай. Так, а толстый ты где? Толстый уехал, по-моему, да? Или я не туда прикручиваю? Пофиг, сейчас везде поставим. У меня репутации много. Если что, мы на тебя настучим. Так, ничего же запрещенного нет. Есть, смотри. Офигенски, нашли уже компроматику. Деньги можно было своровать. Надо вот сюда еще поставить.
пока нормально, да? Пока нормально справляемся. А, это бабуля, блин, надо было еще... Так, отлично, нельзя в теннис играть. Кто приехал? Надо туда еще камеру поставить. Опа! Нельзя же готовить, да? Еще одну камеру поставили. Итого 4 камеры. Я еще могу купить. Так, ты плачешь, нельзя плакать. Так, давай тогда вот это еще починим. И заселим. А, срочно сниму квартиру. Вопрос жизни и смерти. Учитель музыки и студент университета. Давай, давай. И вот это давай ремонтировать. Заселить, давай. Может, я так деньжат заработаю. А тут денег вообще нету ни хера. Ты куда идешь? Так, а что за директивы вышли? Нельзя хранить оружие, да? Так, это пока все можно. Читает, смотри. Нельзя же читать литературу. Или можно? Давай познакомимся с тобой. Учитель музыки такой, такой бомжара подошел. Здравствуйте, студент. Изодорг кто? Брикок, познакомиться. Здравствуйте, я Карл, управляющий этим домом. Здравствуйте, а я Изодорг Брюкин, студент университета. Надо с акцентом, наверное. Изодорг Брюкин, Брюкич, это, наверное, какое-то британское. Спросить про имя. Это дурацкое имя выбрал мне отец. Мама зовет меня Изя, но это тоже не сильно радует. Узнать, что означает... Минус 300 очков авторитета, давай. Оно означает «Исполняй заветы дорогого вождя». Каждый раз, когда я меняю... каждый раз, когда я пеняю... Пеняю, да? Отсюда на это имя он смеется и говорит, что могло быть и хуже. Хуже? Он любит рассказывать одну историю, которую находит очень веселой. Королю соседнего государства пришла женщина с просьбой сменить фамилию ввиду неблагозвучности. Фамилия у него была Семипопова. А король похихикал и удовлетворил ее просьбу со словами: «Ну что же вам? Ах, хватит и пяти, Семипопова». Стало Пятипопова. Ну, зашибись. Так нельзя звонить, можно. Вынужден признать, что история и правда. Отец говорит, что лучше исполнять заветы дорогого вождя в нашем государстве, чем ходить с пятью попами соседним. В этом он абсолютно прав. И что вы понимаете? Нам приходится каждый раз отвечать на вопрос, что это за имя такое дебильное? И что же вы не слышали каждый день? Ваш отец не только больной шутник, но и патриот. О как. Так, давайте с учителем музыки познакомимся. Здравствуйте, учитель музыки. Данные берега. А я не успел, да, что-то там сделать, наверное. Что вам нужно? Познакомиться я хочу. Здравствуйте, я Карл, управляющий этим домом. Дора Ноэль, приятно познакомиться. Если что-то понадобится или возникнут проблемы, обращайтесь. Непременно. Спросить прошлое место жительства, спросить про новости. Так откуда вы приехали в наш дом? Какая разница, откуда я приехала? Ух ты, приехала? Учитель музыки, это что, у нас женщина? Важно то, где я сейчас. И мне очень нравится этот город. Не так много людей, как в столице, и все заняты делом. А вам нравится этот городок? Да. Вот видите, у нас с вами много общего. Спросить про новости. Что нового? К сожалению, мне нечего вам рассказать. Я никого не знаю в этом городе. Зато я успела простыть в первый день приезда. Закончить разговор. До свидания. Так, а вы вообще ходите куда-нибудь, нет? Так, а если я еще это починю?
Заселить. Желающих заселиться в ваш дом пока нет. Так, я, значит, туда могу пройти? Не могу. Вот зараза. Вот же зараза-то, а. И что мне делать? Смотри, дальние берега. Я 10 старит не надо был для сына. Извини, сына, ты не поедешь никуда. Так. Хоп-хоп-хоп. Оп. А давай я тебе пилюльки куплю. Ну уж, коли я такой щедрый, мое почтение, торговать. Аспирин. Нифига себе, 400. А, виски, давай аспирин, давай. Яблоко, яблоко, джинсы. Карандаши, херня, уточка. Я принес вам аспирин. Здравствуйте, мадам. Нельзя печалиться. Печалиться нельзя, в моем доме вообще нельзя. Да, да. Закончит разговор, это мы уже все слышали. Давай сюда, только пускай этот шпак подойдет. День. Прошел еще один день. Постучать. Нет, почему баба идет? Я хочу поговорить со шпаком, нельзя. Можно? Можно? Можно. Опа, жена еще что-то хочет. Здравствуйте. Опа, это кто? Джордж Дантон? Ну-ка, я тебя первый раз тут вижу. Познакомиться. Здравствуйте, Карл. А кто вы такой? Новый жилец? Я знаю всех, кто проживает здесь, а вас вижу впервые. Мы не знакомы, но со временем, я надеюсь, мы станем настоящими друзьями. Мое имя Джордж Дантон. Чем я могу вам помочь? Я навел о вас справки, Карл. И вы кажетесь мне порядочным человеком, заслуживающим доверия. Потому я хочу обратиться к вам с просьбой о простой, но очень важной для меня услуге. И что же надо сделать? В вашем доме живет молодой человек. Из-за дорог Брюкич. Изи, давай его просто буду звать Изи. А, продайте ему эту коробку. Передайте. А почему вы не можете сделать это сами? У меня, поверьте, причины. О них вы узнаете позже, если выполните работу. Есть лишь одно условие. Ни при каких обстоятельствах не открывать коробку. Вы пытаетесь тянуть меня во что-то незаконное? Но боитесь, что я доложу об этом куда следует? Страх это то, что разобщает. Уверяю вас, это противоположные цели. Сейчас единственное, что вам нужно знать, это пустяковое дело. Мы вам хорошо заплатим. Очень хорошо. Согласны? Давай, я хочу заработать. Мне надо сына. Дальние берега, 8 часов еще осталось. Ну что же, деньги мне не помешают. Давайте сюда коробку. Спасибо, Карл, мы в долгу не останемся. Так, коробка, закрывайся, инвентарь, давай быстренько сюда. А, кто хочет? Сын. Сын. А, нет, подожди, вот Изи. Стой, 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 стой. Так. Чё за херня? Передать коробку. Так, отлично. А, Дантон, вас не ошибся, вот держите деньги. Значит, я скоро съеду, буквально через день-два. Настало время великих дел. 3000 только дал. Вот, блин, а за... Стой. Ты чё, куда ты какой-то... Быстро поговорить. Так, закончит разговор. Куда ты делся? Вот он ты. Стой! Я хочу про институт спросить. Может, ты там чё? На какой специальности вы учитесь? На химико-биологическом факультете. Универ отличный. И все такое. Режем всяких лягухах. Смешиваем в пробирках всякую дрянь, чтоб пузырялась и дымила. Вижу, вы не сильно вдохновлены тем, чем учитесь. Я просто не понимаю, как эти разрезанные лягушки могут мне стать, помогут мне стать человеком, который изменит мир к лучшему. А, он спас меня. Я не могу рассказать больше. Но если бы не этот человек, моя жизнь была бы совсем другой. А что в этой коробке? Вы сделали свое дело. Дальше вас оно не касается. И это в ваших же интересах, поверьте. Ладно, пойдем тогда жену обрадуем.
Ты наркоман, точно, стопудово видал, у него какая-то хуйнюшка. Что, Карл? Покупки в дом. Карл, купи в дом радио. В конце концов, ты управляющий или кто? Мне приходится узнавать новости по телефону. Да твою же ж, а. Ну ты чё, блин, издеваешься, что ли? Деньги тратим. А хотя вон девочке радио надо. На, победителем ежегодной трудовой лотереи становится Лео Пиздик. Этот достойный гражданин веры и правды работал на государство 20 лет. А все время у Лео Пиздика не было ни единого нарушения. Он гордость нашего государства. Призовой фонд этого года... Ух ты... 100 тысяч долларов. Напоминаем читателям, что принять участие в трудовой лотерее может каждый гражданин со стажем работы больше 15 лет. В лотерее допускаются люди со стажем работы более 15 лет. Что же мы видим? Лео и его товарищ, к счастью, отпахали десятки лет на тяжелой работе. Все эти годы отплатили грабительские взносы в фонд трудовой лотереи. Если сложить эти взносы, то каждый из этих дураков за 20 лет мог накопить по 40 тысяч. Каждый товарищ, куда уходят остальные деньги, спрашиваем мы, руководство трудовой лотереи. А как принять участие? Мне бы 40 косарей не помешали. Что, Карл? Поговорить про радио. Чем я могу помочь? Мне нужны деньги на оплату счетов по дому. Отдать. Да ты ж прям... Все женщины так делают. Все женщины деньги отбирают, а? Ну что за дела, а? Так, справка, закончит разговор. Так, что у нас, какая директива-то вышла? Нельзя, что запрещено хранение ламп накаливания? Офигенски. Дальние берега. Анна просит принести ей радио. Так, а у нас, смотри, этот ушел. Наркоман. Нет, вот. А девочка-музыкантка? А вот ее нету. Извини, сына, ты не поедешь в Африку. Сейчас, подожди, я радио установлю. Ой, камерой. Ой-ой-ой, кто приехал? Держим тут по пути. Счет. Получатель Карл Штейн. Гражданин Марк Рейник сообщил, что о подкупе должностного лица. Вы пытались незаконным образом получить документы из архива на имени Клауса Шиммера. Вам выносится предупреждение, выписан штраф. Да твою же... Бля, надо не нарушать тогда. А почему? Я же его не подкупал вообще-то. Иду. Телефон — это главное. Мне сказали срочно отвечать на эти телефоны. Алло. Принять входящий звонок. Принять частный звонок. Алло, это Карл Штейн. С кем я разговариваю? Вы наверняка слышали про национальную трудовую лотерею. Так вот, ее победитель... Ищешь жилье. Мы хотим, чтобы вы дали жилье этому любимицу Фортуны. Зачем вам это? Кто вы? Мы доброжелатели, и человека скоро свалится тысяча соблазнов. Бандиты и обманщики будут ждать его на каждом углу. Мы хотим помочь. После того, как он поселится, вам нужно будет убедить его вложить выигрыш в наше производство. Наш... Трест, рога и копыта. Направлен на развитие животноводства. Мы помогаем фермерам безотходно сбывать туши животных. Мясо в магазины, шкуры сапожникам. Из остатков мы варим фирменный холодец. Холодец? Вы не любите холодец? Да как вам сказать? Предупреждаем, Карл, что встанет у вас на пути, сам превращается в холодец. Скоро наш холодец станет национальным продуктом. Все, что вам нужно, это убедить Лео, что за нашим холодцом будущее. Гвиздека? Да. Кто только предусматривает такие фамилии? Язык сломаешь. Убедите его вложить деньги в треш рога и копыта. Сделайте это мы и пришлем щедрый процент. Рога и копыта. Лео Гвиздека заселить. Давай. Заселить. Лео Гвиздек. Сдать. Опа. Чуть-чуть баблинского получил. Я, кстати, камеру не давить. Да, отец.
поговорить про... Спросить про новости, узнать, что случилось. Андрею и семья пытались уехать. Их расстреляли на границе. Фу, хорошо, что эти деньги не нашел. Они все мертвы. Если бы я был с ними, это было бы произошло. Ты мог умереть с ними. Не думал об этом? Я тебя ненавижу. И страну эту ненавижу. Получена новая корреспонденция. Где? А, почта. Вот он, гвездек, смотри. Да, граница на замке. И известный нашим читателям профессор Горчик, обвиненный в измене роди, пытался сбежать из страны. Он был задержан на границе вместе со своей семьей. Этот поступок полностью доказывает вину Горчика. Профессор с женой были взяты под стражу, а дети отправлены в трудовые лагеря. Бруно Хенн прокомментировал это происшествие. Наша главная задача — искоренять внутренних врагов, которых могут быть гораздо опаснее внешних. Сука, расстрелял. Сегодня у нас день траура. Профессор Горчик сначала оклеветали, а затем расстреляли вместе с супругой старшей дочери. В трудовой лагерь отправили Горчика-младшего, которому исполнилось 9 лет. Почтим память профессора минутой молчания и несогласия. Расстреляли, и черт. Ах вы как какашки. Ах вы как какашки. Куда это ты? Роза? Почему? Ой, слушай, Марк. А вы чё уехали-то? Ну, блин, старики. Взяли, уехали. Давай постучим. Мне надо тебя убедить. Ой, сказки на ночь. Анна просит принести ей радио. А, вот рога и копыта, и последний рывок. А когда будет революция-то? Ёшка-матрёшка, у меня же денег-то нету нихера. Ладно, давай, познакомиться. Я Карл, управляющий тем домом. Да-да-да. Мое уважение, спасибо, что сдали квартиру. Я Лео. Приехал по важному делу на несколько дней. Какое важное дело у вас привело в Химмлере? Свалилась на мою голову удача впервые за всю мою тяжелую жизнь. Я стал победителем трудовой лотереи. Приехал на вручение приза. А что за задание-то у тебя? Просить, что нужно. Вы что-то хотели? Карл, мне нужна ваша помощь. Завтра меня ждут в администрации, будут торжественно вручать приз. Я простой человек, работаю на заводе, нарядов у меня сроду не было. Купил вчера двойку в магазине ритуальных услуг, но там не продают галстуков. В универмаге их нет. О, галстук тебе надо. Помогите мне найти галстук. Любой подойдет. Сил моих нет ходить по магазинам. Постараюсь что-нибудь придумать. Очень мне поможет, я вам заплачу. Конечно, ты мне заплатишь, куда ты денешься, ты ёжишься. Поговорить о лотерее. Что вы думаете потратить выигрыш? Сложный вопрос. У моей стороны... у моей сестры не так давно сгорел дом. Они живут недалеко на линии фронта. Хотел помочь им перевести к себе в тыл. А своей семьи-то у меня нет. Рабочий коллектив. Вот моя семья. Еще куплю себе новые рабочие ботинки. И чемодан куплю, чтобы складывать инструменты. Ну и подарков племянникам и племянницам. Нашел на набережной лавку, где продают... медовых петушков и клюку с сахаром. Хорошее дело, я тоже люблю эту клюку. Имейте в виду, за раз только две пачки можно купить. Две пачки? Ну ничего, я несколько раз пойду. Там столько барж с углем, красота. Да ты чё какой-то дурак-то? Так, поговорить про Галу, спросить про город. Поговорить о лотерее. Давай про город, как вам наш город? Мне очень нравится. Так много заводов. Не зря говорят, что Хельмер... город труп, а я что-то не видел труп, смотри, нету. Где ж трубы-то? Сегодня сходил на экскурсию на танкостроительный завод. Нам есть чему поучиться у вас. Вам и правда кажется, что заводские трубы это хорошо? Конечно. Раз дым валит, значит завод работает, значит народ трудится, страна богатеет и жизнь становится лучше. Неправильно ты... Телефон, бля! Беги, беги, сломя голову, блядь, ёбаный в рот, красный телефон звонит, блядь. Во, принять входящий звонок, экстренный вызов в министерство. Товарищ Карл, у вас на дом появились антиправительственные плакаты. Срочно устраните. Окей. Давай, иди, устраняем плакаты, которые мы так сами вешали-то. А как? Хаос и анархия. Срочно убрать антиправительственный плакат с фасада дома.
А я их и не заметил. А как я вам уберу-то? Сейчас, подожди, я галстук куплю. А, мое почтение, торговать. Галстук, только недорогой, а? Почему у тебя галстука нет? А, выше надо. О, недорогой, смотри. А, и радио. Ёпта, на радио-то не хватает. На радио-то мне не хватает. Ну-ка давай, если мы сейчас уберем плакаты по-быстрому. А я не свалюсь? Перед вами хитрое переплетение канатов. Кто-то очень старался все запутать. Снять плакаты будет непросто. Так, если мы перережем верхний трос, он упадет сюда. Если мы перережем срезанный трос, то он пойдет сюда. Если нижний трос, то он просто будет болтаться. Давай верхний трос. А как я голыми руками буду его резать-то? А что тебе нужно? Давай, у меня еще 600 бачей есть. Торговать. Так, а чем тебе можно срезать плакаты? Ну, явно не отверткой. Во, вот этой херней. Так, а ножницы есть? Может, я ножницами тогда лучше? Ладно, пошли. А, стой, у меня же галстук есть. Оп. Иди быстрее. Так, ты что за литературу там читаешь? О, оба. Блин, последний рывок, 72 часа. О, жена что-то хочет. Жена, погоди, не до тебя сейчас. Проговорить про галстук. Я нашел вам синий галстук, подходит? Самое то, спасибо, Карл. Надеюсь, 300 компенсирует ваши расходы. Да ни хера. Ну, хотя, да, компенсировали, но что-то как-то маловато. Я думал, больше будет. Так, давай перережем верхний трос. А как его какими голыми руками у тебя есть эта хуйня? Так, ладно, что там с женой? Сейчас опять деньги, наверное, попросит, да? Что, Карл? А, поговорить про радио, поговорить, чем я могу помочь. Поговорить про подругу Патрика. Слышал, что горничков задержали на границе. И если это семья Патрика, с которыми он хотел ехать, хорошо, что он не поехал. Их расстреляли, Карл. Говорят, младшего ребенка отправили в трудовой лагерь. Печально это слышать. Но им там наверняка наверху, наверное, виднее, кого в лагерь, а кого расстреливать. Карл, что это за бревно-то такое бездушное? Кто? Я не бревну. Что, Карл, поговорить? Так, чем я могу помочь? Давай, да. Что тебе надо? Мне нужны деньги на продукты. 500 бачей. Да ты чё? Отдать. Ой, ты прямо из меня все деньги. Дорогая копыта, 5000 дадут. Офигеть, неплохо. Так, а чем бы мне срезать-то плакаты? Слушай, а кто мне тогда может помочь? Во, учитель музыки, поможешь мне плакаты срезать? Да вы чё? Закончить разговор. До свидания. Беги, 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 сломя голову. Вот, молодец. Так, принять входящий звонок, принять частный звонок. Доброго времени суток, Карл. Это Джордж Дантон. Откуда у вас этот номер? У нашей организации есть друзья повсюду. Я больше не выслушаю от вас ни слова, пока вы не объясните мне, что это за организация. У меня семья, я должен знать, что вы хотите, во что хотите меня втянуть. Скажем так, мы пытаемся изменить мир к лучшему. А при текущем руководстве это невозможно. И как понимаете, нынешнее правительство не изъявляет желания смениться добровольно. А как называется ваша организация? Союз самоуверенных революционеров, СССР. Заебись. Новое завтра. К чему этот сарказм, Карл? Ведь мы могли стать лучшими друзьями. Вы можете получать от нас средства, которые так необходимы вашей семье. А если я откажусь иметь с вами дело, я сообщу от вас куда следует. Боюсь, ваш отказ может привлечь очень неприятные последствия для нас обоих. Повторюсь, у нас есть друзья везде. Я так и думал, что ваши разговоры про светлое завтра имеют второе дно. Не разбив яиц, яичницу не приготовить. И у нас есть дети, вы должны понимать, что такое жертвовать собой ради будущего потомков. Только вы предлагаете пожертвовать кем-то другим. Мной, например. Не обязательно, Карл. От вас нужно лишь согласие и готовность помогать нашему движению. Вижу, выбор у меня не богат.
чего вы хотите от меня? Найдите в вашем замечательном доме квартиру для нашего верного товарища. Его имя Антон Грубиц. Он проживает в доме не больше недели. Так, допустим, я соглашусь. Сколько вы заплатите? 3000. И это будет только началом нашего с вами сотрудничества. Согласиться поможешь? Конечно, что давай. Ой, блин, я промотал-то. Прекрасно, Карл, и будь осторожнее. Бляха. А у меня все равно денег нет. Мне все равно, мне как-то надо заработать. О, съехал. Наркоман зачем-то уехал. Так, что у нас тут с директивой? У меня денег вообще не хватает. Смотри, 68 часов осталось. Опа, что-то вышло новое. Нельзя носить синие галстуки. Давай его... А, не, подожди, мне рога и копыта надо ему там захерачить. А, во. Известные в белых халатах обманом проникли в ректорат университета. Сейчас он уедет. Заставили ректора Мирослава Шепера написать на доске порочащие его часть достоинства слова. Профессор Пеппер дал в отставку, госпитализирован в ходе операции по задержанию. Да что ж, блядь, погиб один человек. Автобус, ты загибал. Выдающийся индюк профессор, известный своим денежным поборами и подлыми делами, наконец-то сделал что-то полезное, а именно признался в том, что он мешает образованию, а не осуществляет его. Позор человеку, который отчисляет неугодных студентов, отправляя их на фронт. А что врачи университета делают? Да ничего они не делают. Пидарасины. Где деньги взять? Так, я на тебя вообще что-нибудь накопал? Нет. Любит готовить. Я, в принципе, могу донести на этого шпака. Так. Рапорт. На гражданина, кто это? Сара Вотермах. Сара Вотермах проживает в квартире... Два. Два, да. Номер 4, чуть не туда. Номер 4. Нарушил директиву. Что она любит? Она любит готовить. Не готовить. А так, а почему готовить нельзя? Можно же готовить. Тогда ладно. Тогда отпадает. Во, давай. Давай на себя напишем. Ты куда делся? Вот он. Оп. Спросить, что ему нужно. Спросить про город. Вы что-то хотели? Хотел с вами посоветоваться, Карл. Дело в том, что я в растерянности. Сегодня получил деньги. Не уверен, что могу правильно их распорядиться. Дайте мне совет, Карл, на что мне потратить деньги? Вложить деньги в развитие плодовых ягод, вложить деньги в развитие крупного рогатого скота, вложить деньги в иностранную валюту и вложить деньги в сберегательную кассу. Рогатого скота. Так, вы же знаете, что я с продуктами питания в стране дело обстоит скверно. Я уверен, что вклад денег в эту сферу – прибыльное дело. К тому же один трест рога и копыта планирует безотходное производство. В общем, мясо на продажу, остальное в холодец. В холодец? Да, они хотят сделать холодец национальным блюдом. Вы уверены, что это хорошая идея? Подтвердить. Да, я абсолютно уверен в этом. Холодец и прославит нашу национальную кухню. 3 косарика, Дарья. Вот, я же могу на своих. На Шиммера... Штейна, на Штейнов написать положительную эту. Мне нужно, чё? Мне нужно заселить Антона... Губерца, точно, смотри. Давай, ремонтируем тогда квартиру 2.
ремонт. Заселить. Библиотека. Вот. Кстати. Вот. А пока... Ух. Так, а ты куда уехал? А, ну я, в принципе, чё, лотерея-то, блин, принять частный звонок. Спасибо вам, Карл. Я перечислю деньги на ваш счет. Прошу вас всячески помогать товарищу Губерцу. Он делает важное дело. Помогайте следить. Вы понимаете, о чем я? Да, я вас прекрасно понял. Нет, не понимаю, о чем идет речь. Время сейчас тяжелое. Не исключаем, что он попытается предоставить или перетянуть на другую сторону. Защитите его, Карл. Не дайте совершить непоправимое. Я позвоню через несколько дней, узнаю, как ваши дела. Так, слушай, а куда ты уезжаешь-то? Нет, смотри, уехал. Он даже со мной разговаривать не стал. Проследить за Антоном. Антон Губерт. А куда его заселил? А, вот сюда его заселил. У меня тут одна камера есть, отлично. Так, давай напишем рекомендательное письмо на свою жену. Составить характеристику. А, не могу, я могу только на чужих. Зараза. Зараза, 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 зараза. Так, давай тогда идем сюда. Стучим. И мне еще радио купить надо. О, давай быстрее и радио купим. А, познакомиться. Я Карл, управляющий этим домом. Антон Грубец, очень приятно. От наших общих друзей я слышал, что вы один из лучших специалистов по печатному делу. Кажется, вы что-то путаете. Не думаю, что у нас есть общие друзья. Ах, ну конечно, конспирация и все такое. Извините за беспокойство. Не понимаю, о чем вы. Так, поговорить про новое завтра. Спросить про новое завтра. Расскажите про движение, в котором вы состоите. Каковы его цели и задачи? Вы бредите, никакого движения нет. Моя главная задача — хорошо питаться и выполнять план по работе. И вы мешаете мне выполнить эти задачи. Вот этот, стой. О чем вы? Листовок, который вы должны напечатать. Ах, это всего лишь небольшая работа, которую я взял на дом. Не обращайте внимания. Она никаким образом не помешает жильцам. Окей. Пойду радио куплю. Ух. Мое почтение, торговать. Да, здравствуйте. Здравствуйте, надо мне радио в дом. Дорогой мой, продайте, пожалуйста, радио. Спасибо вам большое. Ух. Так, где жена-то моя? Спит, что ли? Жена? Где жена? Куда делась? Так, Марта, ты там не это. Во, слышь, смотри, я могу теперь еще вот здесь вот камеры поставить. Пока она кушает, да? Хрясь, действительно никого нету. Надо все камерами завешать. Давай, 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 давай. В темпе, в темпе, в темпе. Хоп. И вот туда еще. Сюда вот. Хоп. Давай, 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 быстрее, она жрет пока. И давай пошерстим у нее, поищем тут что-нибудь. Вон жена моя, смотри, действительно спала. Ой, ты умница, убирается, смотри. Так, ай-яй-яй, нельзя, смотри. Ой, бля. Я так напряжен был, пока тут все лутал. Так, книга и очки, это можно. Так, это можно. Во! Своровали. Так, вот любовная нельзя, и блузка можно. Так, пойдем. Ух, выходи отсюда. А, давай радио отдадим, пока жена опять спать не ушла. Оп, стой. Что, Карл, поговорить про радио? Купил, купил, хватит нудеть, Анна. Вот твое радио, спасибо.
на частоте 81,6 передают сказки для детей. От них становится так грустно, но мы все равно будем слушать. Вот зачем слушать, если от них грустно? Хаос и анархия. Давай срезать верхний канап. Верхний. Как это? Как ты? А чё ты? Давай нижний. У тебя нож есть, блядь. Слушай, а за сколько я его продам? Мое почтение, торговать. До 19, ну нахер. Так, кто со мной тут еще хотел что сделать? О, сейчас вот этот дед уйдет, я тоже ему камеру повешу. Сколько у меня камер? У меня камер уже больше нету. Да ты куда ты, куда ты, куда ты, куда ты? Нет, не ходи. Ой, смотри, довольная. Так, что теперь еще нельзя? Теперь нельзя чтение книг. Так, почему вы читали книги? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я тут не при делах, я тут просто стою. Ла-л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 а. Так, быстренько открываем. Значит, вешаем сюда камеру. Так, тут камера висит. Вешаем сюда камеру. И вешаем сюда камеру. И еще я даже у тебя по дому полазить могу, чувак. Что я сейчас и сделаю. Так, где революция? День остался. Опа, табак среднего качества. Опа. Так, это что такое? Работает на правительство, смотри. За правительственным этим смотрю. Так, синяя рубашка, паспорт. Обязательно иметь паспорт. Хорош. Сейчас мы на тебя пожалуемся. Так, это я тут был. Так, на своих тоже будем рапорты, да, собирать? Ну так, на всякий случай. Мало ли там что, что ты не играешь? Ты довольная. Это хорошо. Читать нельзя, блин. Почему нельзя читать? Что за бредятины? Смотри-ка, запрещенный предмет найден. И моделька корабля. Так, ой, я не успел тебя тыкнуть. Нельзя грустить. Антон Гиберц. Ладно, наш чё? Вот наш чё? Во, все. Давай, вот так вот тогда на этом закончим. Уже в следующей серии мы там посмотрим, чё, как можно плакаты срезать, и чё у нас вот этот Антон вообще умеет. Эх, здорово ты, смотри, я ему там всё камерами увешал. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Рассказывайте друзьям, делитесь ссылками. До новых встреч. Пока-пока.